Возвращаюсь с почты с очередной посылкой. А что там лежит, сейчас покажу. Распаковываю очередную свою посылочку. Но об этом я могла только мечтать. На Авито нашла продавца гортензии French Bolero. И вот мне прислали мою драгоценность. Приобрела я эту гортензию аж в двух цветах. French Bolero Blue и French Bolero Pink. Сейчас распакую. Вот так упаковано, проложено бумагой, все прикреплено, чтобы не болталось. И посмотрим, в каком состоянии сейчас дошло. Так, упаковано в крафт-бумагу в несколько слоев. И затем еще нетканый материал укрывной. Ну, сейчас холодов нет, минусов нет у нас. И вот она, красота. Вот такой маленький череночек, кустик совсем небольшой. И заплатила я 1500. Ну, соответственно, и этот. Вот такие вот растения. Горшочки подписаны. Вот. Это Bolero Pink. French Bolero. А это, соответственно, Blue. Bolero Blue. Вот такие растения появились в моей коллекции. Оставила эти растения на ночь в новой пристройке к теплице. Здесь прохладно, 10-12 градусов. Пусть они адаптируются немножко. Ну, провела, конечно, первичный осмотр. Нет ли белокрылки, предположим, или еще каких-то вредителей. Ну, вроде бы чистенькие растения, на первый взгляд. Завтра при дневном свете посмотрю получше. Так вот тут земля немножко вытряхнулась, на листочках налипла. Приведу их в порядок и посмотрю, насколько там грунт хороший. Можно ли снять череночек. Так вот визуально-то вроде бы есть, но уж очень тоненькие веточки. Ну, в общем, завтра уже теперь при свете дня буду еще осматривать растения. Возможно, если грунт не очень хороший, перевалю в другие, в свои горшочки. Ну, объем здесь хороший. Ну, и корневую тоже посмотрю завтра. Сейчас уже не буду этим заниматься. Продолжаю обследовать свои новиночки. Сейчас буду смотреть корневую. Насколько наросшая корневая система. Потому что
Ну, по росту такие они небольшие, по размеру эти кустики. Не знаю, конечно, какой у них возраст. Но цена явно завышенная, как мне кажется. Нельзя вот так завышать цену. Конечно, есть спрос, есть предложение. Ну, корневая неплохая, да. Учитывая, что так хорошо оплетен ком, я думаю, что уже можно заменить горшочек на больший и предоставить ему большую площадь. Сейчас сделаю грунт подходящий, кислого торфа добавлю. Здесь торф, в общем-то, тоже очень хороший. Корни живые все, беленькие. Корневая система хорошая, достойная. Поэтому сейчас я буду брать больший горшочек и перемещать его, больший объем. Конечно же, обязательная обработка от вредителей и от болезней. Опрыскаю, и он будет жить в новом доме. Растение хорошее. Здесь вот одревесневший стволик небольшой, прям чувствуется совсем маленький был череночек наподобие вот этого. Ну, здесь есть вызревшие почки. В принципе, неплохой. Из-за того, что сильная корневая система, я думаю, что я могу снять вот с этого кустика. Можно даже 3 снять. Вот эти веточки потолще. Или 2 возьму, 2. А 2 оставлю. Может быть, повезет, и он зацветет. И я узнаю точно, эти ли сорта. Конечно, ну, есть доля сомнений. Хотя продавец проверил. Проверила я отзывы. Честный продавец. И этим Авито проверен. Но все равно доля сомнений всегда есть. То ли ты купила. Тем более такие большие деньги. Ну, надеюсь. Фотографии мне показались натуральные, скажем так, что это именно ее фотографии продавца, потому что в интернете я таких не встречала. Я вставлю их, эти фотографии. Вот. Ну и второй кустик вот такой. Тоже тут такой одревесневший, 2 тоненьких одревесневших стволика. Ну, идет еще поросль от корня. В принципе, неплохие кустики. Да, здесь корневая, конечно, поменьше. Но все равно чувствуется, что это такой уже давно укорененный черенок. Может, даже с него уже срезали череночек. Неплохое качество, хорошие кустики. Но единственная завышенная цена. Ну что ж, буду наблюдать, что из этого вырастет, и буду показывать вам. А пока до новых встреч!